700 миллионов рублей в этом году выделено на капитальный ремонт школ в Чувашии. Обновят 45 учебных заведений по всей республике и 3 в Чебоксарах. В их числе и столичная школа номер 10 имени летчика-космонавта Андрияна Николаева. Что в ней планируют изменить, знает Юлия Важенина. Вперед начали! Раз, два, три, четыре! Сейчас школьники занимаются физкультурой в старом спортзале. Здесь еще деревянный потолок, такие же окна, причем заколоченные с одной стороны зала. Нет эвакуационного выхода, вернее, дверь есть, а вот спуска за ней нет. Но уже к 1 сентября зал полностью преобразится. Со 2 июня мы начнем капитальный ремонт здания. Тем более в своем послании Владимир Владимирович Путин говорил о том, что дети должны учиться в равных, комфортных условиях. Мы подготовили уже всю проектную документацию. И сейчас, значит, в центр закупок мы передаем наш проект и выставляемся на торги. И очень надеемся, что нам попадется очень добросовестный, хороший подрядчик, который, в общем-то, умело будет распоряжаться этими деньгами. В этом году школе исполняется 58 лет, а последний раз ремонт здесь сделали в 1991 году. Так что здание очень нуждается в обновлении. В распоряжении школы поступят чуть больше 23 миллионов рублей. На эти деньги планируют заменить всю систему теплоснабжения, канализацию и другие вещи. У нас запланирована замена деревянного покрытия пола и замена вот верхней части, это линолеум. Смотрите, вот уже сколько... Какой у нас линолеум, потому что очень много детей. Дальше мы запланировали замену всех оконных блоков. Вот мы стараемся их, конечно, заклеиваем, но вот все равно, если мы приложим, все равно они вон выгибаются. Крыша школы тоже нуждается в ремонте, она включена в проект. Но выделенной суммы не хватит, чтобы полностью отремонтировать здание. Встает еще вопрос о замене электроснабжения, дверей, ремонта пищеблока и кабинетов. Администрация школы надеется получить средства на эти цели во втором этапе. Юлия Важенина, Павел Редков, Республика.